В ответ на западные санкции правительство России повышает пошлины на ввоз из недружественных стран вина и фанеры, а также запрещает поставки готовой продукции из рыбы и морепродуктов. Все недружественные страны. С другой стороны, ну понятно, что после отказа от импорта из ЕС, США и Норвегии есть предположение, что наш рынок, внутренний рынок, заполнят наконец отечественные производители. Прежде всего, речь идет о рыбе. Но я хотел бы напомнить, что недавно, месяц назад, ну чуть меньше, мы говорили о том, что у нас внутри России, на нашем внутреннем рынке, подчеркиваю, внутреннем, на своем собственном рынке, цены на красную рыбу, на наш лосось, на нашу горбушу, на нашу нерку и на красную икру в полтора раза выше, чем во всех странах мира, куда мы поставляем эту же рыбу. Я понимаю, что Дальний Восток – это 7-8 часов лета. До Камчатки 8-9 часов лета, смотря какой ветер будет дуть тебе в спину. Я понимаю, что плечо доставки дорогое. Но, во-первых, красная рыба, тот же салмон, есть у нас и в Мурманске. Эта рыба вот такая, это дикий лосось. И красная икра на самом деле, наша красная икра, многие говорят, что она ничем не отличается от норвежской, но у нас воды-то очень чистые, да, Норвегия экологически чистая страна, но север Мурманской области, все эти горные, ну как горные, там холмы, но эти холодные мощные реки с лососем. Слушайте, иностранцы платят по 5000 долларов за рыбалку у нас на нашей территории, не в Норвегии, в России. Богатые люди, иностранцы, американцы в частности, до сих пор приезжают на рыбалку по традиции куда? Мурманская область, наши севера, как мы говорим. И у нас, при том, что до Мурманска гораздо ближе, чем до Камчатки, в полтора раза выловленная наша собственная рыба и красная икра дороже, чем во всем мире. Сегодня пришла еще одна страшная новость. Ну, так и должно было бы быть. Сколько раз мы говорили на платформе Караулова, в канале «Экология». Максим Шингаркин рассказывал о подлинных масштабах Фукусимы, этой трагедии в Японии. Ведь каждый день 4 реактора, Чернобыль один реактор, а здесь 4 взорвались из-за как бы цунами, хотя есть предположение, что этот цунами был искусственно вызван. В очень спокойном, относительно спокойном в это время суток и в это время года океане. Вроде как американцы испытывали некие свои изделия, подводные лодки. Возможно, практиковали, ну, тренировались, испытывали подлодки нового типа с так называемым шнурком Сахарова. Когда Дмитрий Сахаров и Яков Борисович Зельдович предлагали в ответ на создание НАТО заминировать дно моря океана вокруг Америки с двух сторон, два океана, Атлантический и Тихий, шнурок Сахарова, так называемый, 8 зарядов водородной бомбы. И у нас, похоже, все было сделано для того, чтобы мы могли осуществить такого рода акцию. Ну, раз Сахаров предлагал сделать это, значит, это все было абсолютной реальностью. И поднимается волна 1200 метров, которая с двух сторон накрывает Соединенные Штаты. 60 миллионов людей погибают сразу. Цунами. Вот есть предположение, что нечто подобное американцы пытались осуществить, репетируя всего лишь, учения проводили. Эксперимент, получится, не получится, с одним или двумя водородными зарядами в океане, но не рассчитали заряд. Вот получилось Фукусима, это версия. Но удар был страшный, и сегодня содержание цезия 137-го в черном морском окуне, пойманном возле Фукусимы-1, в 180 раз превышает норму.
рекордсмен по содержанию цезия-137, это сообщает Guardian, одна из лучших газет мира. По данным Guardian, только с мая 22 года по май 23 у берегов префектуры Фукусимы было выловлено 44 рыбы с повышенным содержанием цезия-137. Но это только то, что нашли. А сколько рыбы остается непроверенной? Чтобы не было паники, чтобы не убить собственное, я о Японии говорю, собственную рыбную промышленность, все эти кораблики, ведь японцы живут прежде всего океаном, а там Фукусима, а отравленная вода, которая идет на охлаждение реакторов постоянно с Фукусимы, сливается в океан. Еще раз, у нас подлинные причины аварии на Фукусиме, канал Гостайна на платформе караулу, Максим Шингаркин. Это все можно услышать и даже увидеть своими глазами. При этом, что настораживает, МАГАТЭ заявляет, планы Японии по сбросу радиоактивной воды с Фукусимы-1 в океан соответствуют стандартам безопасности агентства. Ну вот в ответ на это официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил выпить радиоактивную воду с Фукусимы всем, кто уверен в ее пригодности для питья. Эта сцена напоминает фильм «У озера» Сергея Герасимова о том, правильно мы сделали или неправильно. Мы, Советский Союз, что поставили на берегу Байкала целлюлозно-бумажный комбинат, ныне ликвидированный, но только там, в районе Байкала, была та древесина, которая так требовалась Советскому Союзу для военных, почему-то прежде всего для военных, ну понятно почему, для военных аэродромов. И там в этом фильме, я напомню, тоже очистные, и кто-то предлагает тем сомневающимся ученым выпить водичку. И все, кто оптимист, выпить. Не мает, сказал один из героев фильма, не мает. Представитель китайского МИДа полностью повторил все то, что было когда-то в нашем художественном фильме. А насколько безопасна та рыба, которую мы едим? Ведь Япония рядом. Фукусима фактически недалеко. Да, от Фукусимы все, поток воды, течение океана идет в сторону Северного Ледовитого океана. Вроде как минует. Это все наши берега. Но если в 137 раз превышена норма цезия, онкологии меньше не становится. Не только в Японии, но и в России, в том числе и детской онкологии. Во всяком случае, цена на рыбу у нас, еще раз скажу, на красную рыбу в полтора раза выше, чем во всех странах мира, куда мы ее поставляем. И красная икра у нас дороже, чем везде, наша же собственная. Включая, кстати, таможенные пошлины, все равно. Даже в Японии наша красная икра дешевле, чем у нас. Ну, как бывает. Но сегодня вот решение правительства, решение лично Мишустина. Готовая рыбная продукция из недружественных стран. Все. Да здравствует российский рынок. Ну, посмотрим. Собственная рыба, собственный промышленник, собственный рыбак. Посмотрим, к чему это все приведет.